Тут пляцов забав. А там уже. Везде эти влюбленные целуют. Вот. Вот, Котя, пока. Не, просто я говорю, есть в Варшаве где посидеть и у Дениса. Ну что, идем вниз, посмотрим, как нам. Да, тут я хотел, тут иначе уважай под ноги. Так чувак надо. Тут не пройдешь, в стену упирается. Я говорю, когда вот под дождь, то еще тут не очень неудобно ходить. Культуры. Просто по этому керунку. Палац культуры. Тут, конечно, отвирается вор. Меня теперь затарит, только остановись. Ну? Что улица с улиц, она тянется
от того моста, где поезд, где мы вышли. Ну. И что да? Потому мы сейчас выйдем опять же на улицу с улицы, на улицу Коперника. Ой, ну добро. Я только одно скажу, что я тут никогда не был. Ну добро, поговори. Можешь показать, где ты находишься, если это Анечка. А по спам опять небудь. Только не ругайся. Где это было? Вайбер чи Фейсбук? Если Вайбер, то это спам. Если Фейсбук, на Фейсбуке спамов нет. Нет? Вот этот телефон. Только я так его не мам. Добро, не отзванивай. Я наиважнейшее не... Ну, чекай. Такое выражение, что мужа это зашпитали. Ну, это... С какого шпитали? Это не первый. Ну, добро. Я сейчас запечу, чуешь бы... Тут нет турника, нет, на этой площадке. Но это для всех, видишь, сколько тут пляцев забав. А там уже... Мы идем не вниз, а идем просто. Смотри, сколько их, раз, 24. И все дружно, никто не боится. Мишка, небось, уже атаковал бы, не? Не, это все от хозяев зависит. Ну, я говорю, ну, наш Мишка атаковал бы уже. Что ты за праздник, если ты умник такой, дивный? Мишка не атаковал бы, они в этот Да? Может уже, знаешь,
Вот, видишь, что тут, оказывается, тут можно было... Не, нам сюда. Я говорю, тут можно было вон там идти как-то. Люда, ну идем, не спорь. Я не хочу ходить по городу. Слухай, я власне о той улице ему видел, но там, по-моему, эти постройки трошка ниже. Там какой-то такой, как крепость. Вот тут как скрэнцешь. Ну ты уже на старушке, понимаешь? Если туда выйти. Ну это далеко, нам не... Уже будет университет, отсюда. Ну да, да, это остановка. Вон, смотри. Вот зубочка. Классно, а? Мы можем до метра потом пойти. Слушай, Коть, у меня иные планы, ты забудь. Слушай, хотел бы вот там. Вот там зубочек, видишь, там выйти только во штору тогда. Это мут. Хотел бы. Ну, а что, там есть выйти? Не, ну это там надо как-то... Или вот так вот надо было спуститься вниз, туда идти. Но это слишком уже долго, у нас нет времени. Скоро стемнеет. Мы продолжаем изучать, так сказать, вот какие тут холмы, не холмы, берег крутой этот. Не сравнить с Пражским. Ну не, полицанты тоже залежат на кого им поймать, они охотно тоже съедут. Но подрапишь себе, поломишь, честь и тело. Так вот это вот та дорога, которая вот та дорога, которую мы переходили мостиком, это ведет на этот Свинтокшиский. А, я помню, мы дошли с Любусей до этого моста. Я говорю, ну что за Юня, пойдем через мост или пойдем на поезд? Я думал, что поезд. Ага. А, нет, на поезд. Она не захотела через мост идти. Ну тот, где мы шли. Вы тогда на поезде приехали? Нет, трамваем. Бо я так как-то не нашел дорогу на поезд. Шел-шел. Там надо было свернуть. Ох. Тут чья-то амбассада, Антон? Возможно. Скорее всего. Да не похоже. А подожди, Maison. Это может просто дом. Maison люкс. Это просто магазин. Часто вот есть реставрации на Старовке. Там висит этот греческий флаг. Помнишь, где смотровая площадка? Вот тут мы шли по этой уличке с Любусей. И она говорит, тата сказал, что я буду жить в таком, значит, покое, где будет тишина, и где будут, я буду утром вставать, и будут птички петь по утрам. Вот тут, вот по этой точно улице, у меня даже есть. И она рассказывала, подожди, я вот только думаю, не пойти ли поверху. Не, ну идем, ладно. И она вот шла и рассказывала. Значит, у нее, понимаешь, такие вот мечты. А время летит. Да, ну в жизни. Григорий, ну, слишком поволнованно.